Привет, ребята, с вами Симон на канале Мисс Ани. Сегодня мы опять в Паланге, но мама только мое лицо снимает, не все в купальнике. Да, вот. Привет всем, друзья. Ну что, мы, как и обещали, второй день у нас. Море прекрасное, мы на пляже. Сейчас покажу я вам весь красивый наш паланский пляж. У нас сегодня очень классная погода. Вчера было открытие сезона, но было очень так как-то, знаете, дождик пошел, жарко, но дождик, и организаторам немножко не повезло, потому что все люди, которые приехали, хотели, мечтали о погоде, а погоды не было. Но зато сегодня вот подарок, не знаю от кого, от самого, наверное, кто наверху сидит, да, Саня? Да. Мы теперь рады, потому что можем немножко насладиться солнечными ваннами. Море у нас, как всегда, балтийское, не очень теплое, но зато сегодня очень чистое. Видите сами. Ну вот, и мы с Саней тут отдыхаем. Отдыхаем. Тут наблюдаем всякие очень интересные видосики, потому что тут люди пришли с собаками. Это очень смешно. Там один маленький, другой большой. Всем жарко. Да. Ну давай, садись, Саня, на песочек, поговорим. Я не хочу. Нет, потому что я не могу тебя. Я сюда, может. Куда? Ну-ка, под зонтиком будешь. Угу. Давай. Что, завтра понедельник, последняя неделя школьного твоего репертуара. Он в четверг у вас кончается уже. У нас начинается уже с 31 мая у нас каникулы. Будет... Детки. Дискотека в четверг. Да. Ну вот, будет дискотека. Протанцуйте, оттанцуйте и все. И, как говорится, goodbye, goodbye, да? Школа. Да здравствуют каникулы. Будет очень классно, потому что отдохнешь. Все будет очень суперски. Попробуем в это лето провести его как-то интересно. С какими-то интересными событиями, да? Смотрите, как там далеко этот корабль. О, я даже его не сниму, Саня. Знаешь, я тебе скажу. Я знаю, но у меня даже очки от солнца я не очень-то вижу, куда там направлять эти... Ой, кто-то идет купаться, все-таки решились люди. Молодцы. Может, тоже, Саня, решишься потом, нет? Как ты думаешь? I don't know. Нет. Не знаешь, да? Подожди, идем. Ну, куда? Что ты увидела там? Скажи, потому что мне трудно идти. Пойдем, тебе трудно. Ну, что? Там есть такие рыбы. Да, я знаю. Знаю, что есть рыбы. Мы вчера были на таком пляже, нам так не понравилось, там грязно так. Поэтому приехали на свое место, как всегда. Только на этом месте тут классно. Очень-очень чисто все. Песок, видите, сами мокрый еще от вчерашнего дождя. Вот там вот эта смешная собачка. Сейчас я вам попробую показать ее. Ей очень жарко. А хозяева ее притащили на пляж. Вот, она бедная, не находит себе место. Когда такая жара, наверное, нельзя своих питомцев водить на пляж, потому что тут ужас какой-то. Тут не сам отдохнешь, ни собака не отдохнет. Это что-то такое, я даже не знаю. Ну, наверное, некуда деть. Я так понимаю. Mm-hmm. Да, Саня? Ку-ку. Ку-ку-ку-ку-ку-ку. Ку-ку. Ну вот.
знаменитым, когда... Мне никак не получается. Вот, вот так вот. Какашка. Вот, какаха. Кто так гоняет? Саня, ну типа все твои ручки, да, в чем-то там. И там еще сама вода ползится. Такая спала. О, красивый песок. И какая вода теплая. Ну вот, выкопала Саня, слушай, бассейнчик, да, такой мини. Супер. А мы вчера сделали клип или нет? Да. А, сделали. Я не помню. Папа только еще не вложил. Не было времени, потому что мы шли. Меда там купили вкусного. Правда, не литовского, а рижского. Из Латвии. А, мне от него. Саня же вот вчера болел, потому что купили очень классный такой сыр. И очень мы любим это мед с сыром. Творожным таким. Вот что вот, не знаю, мед так очень вкусный. Правда, девочка не обманула нас. Она сказала, что мед очень хороший. С акцентом разговаривала, но очень старалась. Да, Саня? Хорошая девочка такая. Ну, вернемся домой. Пойдем к нашим, там, где рядом, да, живут пчеловоды. Пойдем к ним и спросим. Может, у них уже есть липовый вот этот мед. Он самый вкусный, самый полезный. У него очень много всяких хороших веществ. Антиоксиданты там всякие. Пчелки этот самый весенний мед носят. Пойдем ко мне? Ну-ка. Ну, куда пойдем? Саня, куда ты идешь? Давай скажи мне. Я не пойду туда. Мама. Я не хочу туда идти, потому что я хочу немножко отдохнуть уже. Я не хочу туда ходить. Куда ты хочешь идти? Ну, хорошо, там хочешь идти? Ну, так ты иди. Туда. Давай, иди, я тебя поснимаю. Ой, тут сколько. Слушай, тут можно янтарь найти. Давай поищем, Саня. Давай, кто первый найдет. Вот среди таких вот маленьких всяких трав живут янтари. Я бы хотела. Да ты что, давай, принеси, молодец. А нет, это фанец. Классно. Когда я была маленькая, Саня, ты знаешь, мы собирали, час-два сидели вот так вот среди таких вот трав и выкапывали. Правда, у нас были такие палочки, мы их делали из дерева. Такая прям культура у прибалтийцев была, что вот так, как же приехать в Калангин и найти совсем никакой, совсем не привезти янтарь. Но никто так не покупал, а вот так сами находили. У меня еще с детства у мамы, у бабы Марии еще есть такая... Ой, вот смотри, вот тут вот, что-то тут вот я вижу, похожее на янтарь, нет, Саня? Да, такие.
Нет. Вот такое тоже находила. У Марии Семеновны есть наш янтарь, который я собирала. Вот так, такая же, когда была, как Саня. Так, таких же лет. 9 лет у меня было. Я помню, мы с этим, когда я ехала в лагерь, знаешь, вот в лагере там у нас ребята были. Мы все-все собирали янтарь. Вот классно было. Вот хорошие времена были. Ой, Саня. Вот здесь вот хорошая такая вот. Давай, сходи, посмотри, давай. Вот, видишь? Угу, да, чистее, да, чистее. Там как уже... Ну да, как-то я не знаю. Люди тоже, знаешь, как-то, как, я не знаю, не, может, так некрасиво говорить, но немножко свиньи, поросята. Бросают всякие пластырь, что-то там отклеилось. Ну возьми, да иди, возьми в мусорный ящик и брось. Нет. Ну, короче... Сложно. Да. Все, мама хочет идти отдохнуть, идти немножко в солнцевые ванны по это, а мы говорим вам. Ставьте лайки, подписывайтесь и всем пока-пока. Да, Саня? Пока, Саня. Пока-пока, девочка моя. Пока, друзья.